Друзья, всем привет! Сегодня 11 день, и я хочу приобрести в наш криптопортфель довольно интересный неординарный актив. Посмотри это видео до конца. Погнали! Ну, первым наперво, конечно же, мы посмотрим CoinStat. Это наш трекер криптопортфеля. Увидим, что у нас уже 10 монет имеется, 10 токенов. И увидим, что Blur опять же стоит на своем месте, во главе 20%. Худший показатель показывает Space ID и One Inch. Но опять же, это достаточно интересные активы, и явно они вырастут. Поэтому я их, возможно, в будущем буду докупать. Но напомню, что в моем телеграме разные аирдропы, раздачи, тестнеты, поэтому обязательно проходите. И также можно выиграть мерч, если участвуете в нашей рубрике. Все описание будет в комментарии закреплено, обязательно читай. Итак, ребят, сегодня я хочу приобрести токен FTT биржи FTX. Это нативный токен. Да, возможно, это рискованно, не совсем фундаментал, но, в принципе, у нас диверсифицированный портфель и небольшая часть каких-то высокорискованных активов возможно. Именно поэтому я приобрету этот актив, потому что в моменте может дать импульс, где можно зафиксировать. Конечно, лучше фиксировать часть, но так как я инвестирую всего по $20, в принципе, это небольшая сумма. Этот портфель сделан не для того, чтобы вы инвестировали именно по $20. Я просто показываю, что максимально нужно диверсифицировать свой портфель, если вы в долгосрок на сезон собираете различные активы. Конечно же, все знают, что был абсолютный скам. Кто не знает, кто новичок, данная биржа не могла подтвердить резерв своих токенов и, соответственно, исполняла со своим Alameda Research фондом различные махинации, за что и поплатилась. Вот 8 ноября, по-моему, да, произошел скам, цена упала, но если мы приблизим, увидим различные импульсы, то есть если мы сделаем вот так вот, увидим, что различные импульсы бывают прям вплоть до 100%, вот 200%, здесь у нас 120% и так далее. И вот такими вот циклами можно немножко заработать, именно поэтому я его и прикуплю. Сейчас даже нет капитализации, здесь не написано, АТХ было 10 миллиардов. И если зайти на их сайт, мы, кстати, можем посмотреть, что поменялась администрация и различные слушания. Вот на 17 мая, на июнь, в общем, на лето различные слушания что-то будут решать. Возможно, если новости будут хорошие, цена подскочит. Если, опять же, мы посмотрим на график, видим, что вот этот отскок хороший, импульс был, когда объявили, что будет перезапуск биржи, то есть на 100% можно было спекулятивно немного заработать. И вот, собственно, эта новость. Токен FTT взлетел на 90%, он вырос даже больше, чем на 90%. И вот адвокат говорил, что собрали активы стоимостью $7,3 миллиарда, что довольно-таки много. Нынешний CEO Джон Рэй как раз таки и рассказал о том, что может возобновиться эта биржа. Но опять же, давайте его и приобретем. По какой-то токеномике и фондам нету смысла смотреть, уже все разлоки, все произошло, фонды уже давно инвестировали. Это не тот актив, чтобы рассказывать о фондах инвестирования, так как был скам. Итак, да, переходим в спот. Кстати, можете увидеть, биткоин сейчас идет на самом деле к сужению, к суженному треугольнику. И посмотрим, что из этого выйдет. Обычно какие-то импульсы бывают. Если это бычий тренд, он импульсом вверх дает после пробития сопротивления. Если это медвежий, то после пробития поддержки также дает хороший импульс временный. Посмотрим, что произойдет. Ну а мы пишем тикет FTT и покупаем на $20, как и любой другой актив. Кстати, он вырос за сутки почти на 8%. И у нас получилось 12,34 токена. Обязательно я добавляю все транзакции новые в наш крипто-трекер CoinStat. И вот видим наш актив на $20, на 6385 месте сейчас он находится. А входил в топ-50 токенов, если не ошибаюсь, даже по-моему, в топ-30, может ошибаюсь. Ну вот такая вот статистика, к сожалению. Ну а в Телеграме будет голосование после этого видео на 12 день. Три актива, выберите самый лучший, я его прикуплю завтра. Всем пока.